На экскурсию в окружное собрание депутатов отправились девятиклассники из Ненецкой школы-интерната имени Пырерки. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. О работе регионального депутатского корпуса школьникам рассказали спикер окружного собрания Александр Лутавинов и председатель комиссии по госустройству и МСУ Александр Чурсанов. Девятиклассница Маша Соболева родом из Бугрино. Девочка мечтает, что после окончания школы продолжит свое обучение на юридическом факультете, а потом, возможно, попробует избраться и депутатом. Ведь в родном поселке столько проблем, которые требуют решения. У нас там школы нет, и получается, школа только до 4 класса, и не все хотят тут улетать, многие хотят там остаться, но так как нет школы до 9 хотя бы, всем приходится ехать в интернат или в какие-нибудь другие школы. Наверное, что-то сделала с берегами, потому что у нас там берега осыпаются, и некоторые дома бывают, что падают под берег. Ну, совсем уже старых, получается, люди же переселяют, со временем дома падают под берег. За столом в актовом зале администрации округа, на местах, где обычно заседают представители региональной законодательной и исполнительной власти, сегодня школьники. Ученики 9 класса Ненецкой школы-интерната пришли на экскурсию узнать о работе депутатов. Какая наша маленькая конституция? Как она называется? Экскурсия в собрании депутатов приурочена ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Традиционно в этот день во всех регионах России организуются мероприятия по консультированию населения в области прав детей, а также по вопросам опеки, попечительства и детско-родительских отношений. 22 ноября был Всероссийский день правовой помощи детям и проводили теоретический урок в школе имени Пырерки. И ребята заинтересовались, а как работает у нас собрание депутатов, где оно находится. Были им показаны материалы, открытки, то есть теоретически все было показано. И вот мы решили прийти посмотреть, как действительно работают наши депутаты. О тонкостях работы окружного собрания ребятам рассказывает спикер Александр Лутавинов и председатель комиссии по госустройству и местному самоуправлению Александр Чурсанов. Совсем недавно удалось провести открытый урок по правам детей. И в конце я спросил у наших школьников, вообще знаете, что такое собрание депутатов, кто такие депутаты, какие депутаты представляют наш народ. Ну вот они затруднялись ответить. Где и как принимаются законы, какие обязанности возложены на народных избранников, обо всем этом наглядно ребятам рассказал Александр Лутавинов. Чисто рабочий кабинет, еще раз повторяю, те, которые на непостоянной основе, они имеют возможность здесь раздеться, взять компьютер, поработать. Экскурсия завершилась в кабинете спикера регионального собрания депутатов. Со школой вашей будем дружить, как дружили, так и будем дружить, поэтому мы открыты. Приглашайте. Депутаты надеются, что подобные встречи со старшеклассниками из городских школ станут традицией. Ведь очень важно, чтобы подрастающее поколение принимало активное участие в вопросах развития округа и страны в целом. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».